Майские праздники несут за собой вместе переносы рабочих дней. А как вы к этому относитесь? Круто. Только нас это не очень касается, потому что мы работаем каждый день. Каждый день работаете? Прям без выходных? Не, ну выходные есть, но, в общем-то, частная компания, поэтому выходных особо не попадает, поэтому не ощущается. Не ощущается? Ну, а как вы считаете вообще, допустим, для другого человека, для страны, это хорошо, что вот такие затяжные выходные случаются? Ну да, в общем, да, потому что праздники в любом случае должны как-то отмечаться. Я считаю, это, да, это, в принципе, какие-то уступки даже со стороны руководства. Угу. Как отмечается, например, 9 мая, 1 мая вообще отмечаете? Все. Какие-то там парки. Аппараты. Да, поэтому... Ну, обычный культурный образ жизни, там, пойти в крепость, там, пойти в парк, там, отдохнуть, шашлыки. Спокойно, как куда, потому что я безработная. Все. Мне все равно теперь. Ну, а в целом, например, как вы считаете, это хорошо, когда вот такие длинные выходные образуются? Лично для меня, да. Потому что у меня дача, деревня, мне устраивает такой вариант. То есть, если бы у вас были, например, среди рабочих дней такие выходные, вы бы посетили, скажем, огород, дачу, да? Слава богу, и погода уже позволяет, да? Да. Хорошо. Как вы отмечаете 1 мая, 9 мая? Ну, 1 мая день труда – это однозначно дача с шашлыками. Ну, а 9 мая, вот сколько мы работали, мы все время выходили на сюда в крепость, всегда, обязательно. Это такой праздник, который мы... Дед наш воевал, папа мой воевал, у меня как бы захватил еще. Вот, поэтому 9 мая – это такой праздник крепости. Работает посменно. Вам не относится в целом? Ну, вообще, в целом, как вы считаете, это хорошо, когда вы, допустим, ну, у какого-то члена семьи вообще выдают такие длинные выходные, например, вообще лучше человека? Или... Мне это хорошо, мне нормально, у меня мама живет, я не знаю, это столько выходных, много есть возможность собраться вместе. А что обычно делаете? То есть встречаете родителей в эти выходные? Или, например, на природу едете, на дачу, там, не знаю, работаете? Встречаю родных, потому что мои родные живут в деревне. Как-то отмечаете 1 мая, 9 мая? Или для вас это просто выходной? Ну, в основном просто выходной. А что вы имеете в виду? Чай, тортики или... Ну, допустим, как-то... там, не знаю, какая-то атрибутика. Например, 1 мая, там, мир, труд, май, там, не знаю, на даче. Мир, труд, май, дача, грабли, лопаты. Все-таки отмечаете в этом плане. Конечно. Ну, а 9 мая, например, в крепость идете? Ой, вы знаете, я не брестская, я сегодня приехала. Вообще, вообще у нас обязательно всегда есть митинг в деревне, всегда это традиция. Что обычно делаете на таких длинных выходных? С семьей проводим время. Гуляем, отдыхаем. Вы как-то празднуете 1 мая, 9 мая? 9, да, я военный, я постоянно участвую в парадах. А 1 мая, в основном с семьей, дача где-то что-то. Дача с лопатами или все-таки с шашлычком? Нет, ну как когда, и после работы можно шашлычок.